Реконструкцию сквера павшим воинам в Кубинке закончат ко дню города 4 сентября. Тротуары, зеленые насаждения, мемориал преображается на глазах. 4 сентября у нас день города Кубинки. И Андрей Робертович попросил подрядчика ускориться, нарастить силы для того, чтобы мы встретили день города и, соответственно, открыли наш сквер. После реконструкции сквер станет комфортным местом для прогулок и отдыха. Жители города часто приходят к мемориалу, приносят цветы. Я должен сказать, что отзывы самые доброжелательные. Значит, люди это расценивают как добрый знак тому, что мы не просто на словах, а на деле начинаем чтить историю. Большие работы по благоустройству проводятся и в Больших Веземах, в Парке Победы, который находится рядом с музеем-заповедником Александра Сергеевича Пушкина. Здесь обустроят пешеходные дорожки, установят новые стенды с информацией о жителях поселения, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. На братской могиле советских воинов реконструкция уже закончена. Благоустройство набережной «Живописная бухта» выполнено на 40%. Ее протяженность 1 километр, первый этап коснулся 300 метров. Будут организованы песчаный пляж с настилом, лестничные спуски, амфитеатры. Также участок озеленят и проведут освещение. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».